Ладно, чё, двигаем дальше. Двигаем. Что-то не то, по-моему, активировал. Так, на место. Самое стрёмное, что... Вот, плохо. Самое плохое, я говорю, что здесь практически не выпадает этот... Проблема с рунами, я хочу сказать. Тет к огню, да. Имеет место быть. По крайней мере, я вижу, что они не слишком много урона получают. От огненных заклинаний. Здорово, свои зомби. Так, ну чем сюда приперлись? Могу поспорить, что и здесь нет библиотеки. Да нет, что тут? Тут есть библиотека. Ты что, не видишь? Именно в этой деревне. А где моя лошадь? Лошадь? Стой тут. Так, давай-ка мы сейчас сделаем следующий момент. Возьмем вот этот щит. Поставим на него много-много-много защиты. И посмотрим. Каркаду к нему уже. А тут что? А, тут 20 к атаке. Ты ну японский бог, а? Каркадук благодарит. Угу. Скорость атаки 232, 223. Физическая сопротивляемость плюс 21. Сопротивление магии плюс 23. Так. Да, пожалуй, так оставим. Так, теперь ты держи это все. Так, а чего у тебя тут есть? Есть ли у тебя тут вообще хоть что-то? Я не уверен. Так. 20% к защите, вихрь. Огонь заклинания 75. Огонь заклинания. А, стоп. Малый посох мага, да? Три штуки, одна, 229, 531. Ни хрена себе, простите, разница. Что тут вообще? Уровень с метеоритной дождь, установить заклинание плюс 50. Угу. Установить заклинание плюс 50, а тут какое заклинание плюс 75. Нет. Не подходит. Слово совсем. Да. Ну ладно, чё. Двигаем. Так, как тут? Отсюда, что ли, пройти? Ну, можно отсюда, да. Тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур. Лошадку оставили. Ну, конечно, просто сходу получил. Ты смотри, ну каждая тварь норовит тебя ударить, блин, а? И все прям такие меткие, все прям попадают, а? Слышь, ты куда выскочил? Подраться, что ли, Олис? Похоже на то. Ну, иди, дерись, хрен с тобой. Тоже я такой, чтобы тебе не мешать.
Так, эликсир наставника. Беда с рунами. Их практически нет. Их не практически нет, их просто нет, блин. И это плохо. Что мне нужно, как я уже сказал, как минимум 5 уровней брони каменной кожи. А как я получу 5 уровней каменной кожи? Я никаких рун, блин, найти не могу. Да и в принципе как-то плоховато со всевозможными доспехами и так далее. Копье чумы, сильный эликсир. Лаж, короче. Вот и думаю, я говорю, надо мне сейчас туда или не надо? Или отправят меня потом туда? Ну, видишь, он как сказал, типа, потом. Ты чё вдруг с ней сцепился? Можешь объяснить? Слышь, ты. Герой-любовник, блин. Супермен. С другой стороны, ладно, главное, что, в общем-то. Так. Ну, туда мне не надо. Да, давайте вот сюда идем. По заданию, ну его нафиг. В город опять залезать я не хочу. Никакого желания нет. Лезь в город. И хрен-то там. Никаких тебе рун. Никаких тебе полезных плюшек. Ничего из них не выпадает от слова совсем. Ничего. Никого. И хоть ты лопни, хоть ты тресни. При том, что прошу обратить на внимание, на мне сейчас как бы плюшки рассчитаны на получение выгодных всяких вещичек. Если я ничего не путаю. Поиск этих. Так. Я, ага. О, здорово, жопоногие. Верхожопые. Так. Наставник. Наставник. Торговли эффекта не дает. Хотя она сейчас в максимум вкачана. И даже чуть больше. Она вкачана на максимум. И при этом каких-то выдающихся результатов не видно. Фактически можно сказать, что это фиаско, братан. Ничего. Просто одно сплошное нихрена. Че же мне этот вождь так пробил, а? Люто. Слишком уж лихо он меня проковырял в пару ударов. Чё ж у него, полторашка что ли? На удар приходится. Нормальный такой урончик, блин. Весьма такой
приятный, я бы сказал, урон. Полторашка. Так, гигантский мух ползет за нами. Гигантский мух не ползет за нами. Безупречная броня пантеры. Нахрена пантере броня? Так, ладно. Идем дальше. Ай! Ну, не вовремя. Ауч, 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 ауч. А, нос зачесался. Надо расходовать эти все-таки эликсиры, блин. Один черт, они там без толку копятся. Да хоть какая-то польза будет. Ой, не могу. Блин. Знаете, как-то бывает, когда ни с того ни с сего, бац, охота чихнуть. Ты вот сидишь, как дурачок, ножу корчишь, а чихнуть не можешь. Забавное состояние. Но мы сейчас не про него. Так. Не надо мне бить, приятель. Ох ты. Нифига себе, заковырял. Красавчик, елки-палки. Так. Я, конечно, все понимаю, но вот странно они агрессируют на тебя. Крайне странным образом. Вот заметьте, главное, у меня эти яд тоже, ну, защита от яда, она тоже, в принципе, прокачана. Достаточно неплохо. И при этом именно яд почему-то меня пробивает больше всего. Непонятно. Чему-то. Так. Ну хорош, блин, уж до деревни дошел, а? Все появляются и появляются, блин. Так. Здорово, мастер. Комбо-мастер. Понятно. А что, кстати, по заданиям? А, ну здесь все, да? Ну да. По сути. Не хочу с тобой воевать. Заткнитесь, вы, а. Сами нападаете, потом сами орете, блин. Прости меня, что ты такая дура. Хотя в твоем рождении не принимал никакого участия. Так. Получай, получай. Да молю, молю, успокойся. Нет, не точно.
Опять и не свое. Кто о чем? Угу. Так, ну, в принципе, я считаю, что дошел, да? Да, как-то так получается. Да. Так, жопоногий, точнее. Опять. Здесь что же это за место такое? Оно ведет. А, все, вижу. Ну вот, ну успел, потому что все несколько раз врезали, не успел. Мерзопакость, блин. О, наконец-то. Хоть какая-то руна попалась. Отвали, тушка. А ну я штук что вылечился, блин. Так, ну и чё? Киди, идти наверх. Давайте пойдем. Все попадают. Прости меня. Прости меня, балбес. И не оценил твоего сказочного голоса. Твоих опостылевших и обрыдливших воплей. Про язычников. Земляных червей. Как я мог не ценить этого? Прекрасно. В сотый раз прослушать твои истеричные вопли про земляных червей. Твой прекрасный. Лей, как это? Истеричный голосок, который просто ласкает мои уши. Примерно как если бы кто-нибудь... Медь, я не знаю. Ощущение, наверное, как на проктологическом осмотре, блин, когда вместо перчаток доктор использует, как это, когда вместо латексных перчаток доктор использует наждачку. Ну и что это такое? Какая-то пещера. Или нет? Что же это задание? Не понял. Найдите. Тише. Здесь живет Скраг, Сукари. Только убив Скрага, ты можешь пройти через ворота. Минуточку. А там что такое тогда? Ничего, что я немножко в другую сторону как бы шел. Ладно, от этого козла я, допустим, избавился. Больше можно немножко не беспокоиться за нее. Ой, да отстань ты. Да интересно. Я вообще пошел в другую сторону, чтобы ничего не пропустить, а в итоге вышел туда, куда надо. Оригинально. Это как-то... Вау. Да, это я язычник. Горю в адском пламени. Я хочу сказать, что почему вот эти вот персонажи, да, настолько плохи. Ой, чуси, вот это вздох. Настолько плохи именно в атаке. И при этом какие-то эти мелкие засранцы меня вот так вот в легкую делают.
понятно. Имперская сабля агонии. Я что-то реально ничего не понимаю. Что это вот? Ну. Так, что-то мне подсказывает, что я где-то налажал, причем очень сильно. Угу. Ничего не понимаю. Собака. Хочу попробовать пробежать, что ли, по-быстрому. С той стороны поехал. Не с той стороны я поехал. Не с той стороны я поехал. Совсем не туда я поехал. Там. Так. Нет, сейчас, конечно, будет забавно, если окажется, что... Кажется, что этот скрак, это чувак, который там какой-нибудь хранитель ключа и так далее. Жесть, ну посмотрите, какой тут спам тут непрерывно этих тварей, а. Так, ребят, я у вас лошадь тут оставлю. Такс. Ладно, давайте сначала... Я за него... Да сдохни тоже, надоело, блин. Лови. И ты лови. Извиняюсь, опять вылетел на рабочий стол. На всякий случай давайте сохранимся здесь, чтобы если вдруг что, подобные лажи больше не было. Больно же. Так. Итак, вот нам надо сюда.
как бы. При этом сейчас что-то должно произойти. Сейчас тут два варианта. Либо меня сейчас просто сюда не пускают. И все. И я был неправ, когда поперся сюда. Сильно-сильно. Либо он должен мне открыть дверь. Вот. Он мне открыл дверь. Тише, видите? Тише. Здесь живет Скраг, Суккари. Только убить Скрага ты можешь пройти через ворота. Видите? Забагованная штука. Не может побыть. Ладно. Вот так вот. Чувствовал же, что что-то не так будет. Вот так вот. Так. Скорее всего, там выход из этого подземелья. Скорее всего. Но в том-то и дело, что, видите, дверь-то не могла открыться. То есть это был бы баг, а не фича. И это еще фиг знает, сработало бы или нет. Кто его знает, кто его знает. Так. Нам туда. Значит, сначала зайдем сюда. Прости меня, истерично визжащая баба. Чей голос мне будет сниться в кошмарах? Так, тут тупичок. Женщина-махва. Звучит как обзывательство. Долгий коридор, не пойми куда. Ладно, пойдем по заданию. Наверное, нам потом надо будет в ту сторону. Так. Да не ори там, да ёлки. О, ребят. Это вас тут много. Какие вы все крепкие. И мощные, и сильные. Ну, не очень. Прикольно, бежал. Это что это был за танец? Быстро шагающего монстрика. Жестокий, как темный гвардеец. Поняли, да? Не светлый, а темный. Ну, это как шоколад. Бывает светлый, бывает темный. Так и здесь гвардейцы бывают светлые, бывают темные. Молю. Да молю, молю, успокойся. Сейчас еще немножко огнешарами покидаюсь. Еще разок помолюсь.
Да на, получи, тварь-ка. Жесть какая-то. Почему они так начали люто меня пробивать? То есть при этом как бы у меня возможности-то особо нету, чтобы как-то это дело предотвратить, я имею в виду. Мне даже... Ну, то есть, у меня нет возможности... Мне не попадаются какие-то особые щиты или еще что-то. Ничего. Я не могу себе сделать броню какую-то особенную. Тоже нет. Не, ни хрена нету каких-то рун, заклятий. Ну, то есть, блин, полная жопа на самом деле. Ну, что ты? Да. Почему, например, вот сейчас он меня не смог пробить? Хотя до этого ребята вполне себе спокойно пробивали. Ну... Мадам. Ну лови. И ты лови. Так. Здесь мы все обошли. Да, проблема. Настоящая проблема. Помимо всего прочего, проблема еще в том, что у меня там есть проход куда-то очень далеко. А я его даже не смотрел. Ух ты, огненные пауки. Теоретически иммунитет как не должен быть. Сильно теоретически. Далеко, что ли? Ой. Ну, понятно. Ясно, ясно. Ты что, Супермен местный? Ну да, конечно, что я за это получаю? Блин, целую кучу плюшек, которые мне нафиг не нужны. Что я говорю, бесящий момент, блин. Ты убиваешь эту тварь, тебе дают какую-то зеленую херню, которая к тебе вообще никакого отношения не имеет. Зачем тебе ее дают? Нахрен? Что это такое вообще, блин? Ну, на, держи, типа, вот победил, молодец. Да, да, я помню. Да уйди ты, да отстань ты, чё-то, паучья морда. Что это такое, блин, а? Зачем так делать? Так, ещё одна. Не, ну что это за награда такая странная? Ну, зачем так награждать? Объясните мне, пожалуйста. Почему ты за победу над боссом получаешь какую-то ненужную тебе херь? Ладно, я говорю, тут проблемы с деньгами были. И имел бы смысл продавать эту хрень. Так ведь нету. Да. Откровенно раздражающий момент. Сейчас эту территорию собираем. Либо какую-то нужную штуку. Ладно, уже сдох.
даю какую-то нужную штуку. Хоть что-то именно нужное тебе, мне конкретно сейчас. Как бы что-то выпадало. Так ведь нет. Хрен-то там, хрен-то вам. Вообще ничего. Хотя бы руна бы выпадала, вот именно что. Моя именно руна. Да пофиг, любая. Выпадает ненужная шмотка. Че хоть там выпало? Ну да. Ну что это такое? Ну что это такое на самом деле? Копье страха. Двуручная. Причем тут это вообще? Вот это мне зачем? Зачем это мне выпало? Ой, бляха-муха. Ладно, чё, давайте перекурчик.